В этой синей коробочке с пометкой «Карачаево-Черкесская республика» лишь первая часть собранных в регионе подписей в поддержку Владимира Путина. В этот день они отправляются из Черкеска в Москву прямиком в предвыборный штаб кандидата в президент России. Но перед этим все подписные листы должным образом проверили и заверили. Мы выдержали все технические требования, которые нам направили коллеги. Это подписные листы, вот три папки, которые мы оформили должным уровнем с заверенными подписями нотариальными сборщиков. Также мы приложили копии паспортов и, естественно, сами подписные листы. Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 тысяч подписей российских избирателей. Пункты сбора этих подписей по всей стране, в том числе Карачаево-Черкесии, распахнули свои двери 23 декабря. Они открылись во всех крупных населенных пунктах республики и завершат свою работу 21 января. В этом большое участие принимают наши волонтеры. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить нашу благодарность вот представителям волонтерского движения. Большая работа проведена и на площадке Общероссийского народного фронта по этим вопросам. И немаловажную работу провели у нас и партийные активисты в городах и районах нашей республики, а также силами волонтерского движения. Весь этот период работают пикетные точки по сбору подписей. Эти пикетные точки работают у нас в городе Черкесске, в городе Карачаевске. Мы придерживались в своей работе строго буквы закона. Нельзя ничего нарушить. Очень аккуратно подходили сборщики к оформлению листов. Это непростое дело оказалось. И особо хочется отметить то, что жители Карачаева-Черкесии вот с первого дня, как 23-го мы начали эту работу, несмотря на выходные, праздничные дни, все равно приходят, продолжают приходить. Волонтеры, что трудятся в пунктах сбора подписей, отмечают, что активность в этом вопросе проявляют люди самого разного возраста. Как старшее поколение, так и молодежь. Мы же напоминаем, что поддержать кандидата в президенты может любой житель нашей страны, которому исполнилось 18 лет. Эта процедура занимает не более 5 минут. Главное – иметь при себе паспорт. Уточнить адреса и актуальный график работы мобильных точек можно в региональном штабе по телефонам в Черкесске 25-04-63 и 25-04-83. Фатима Куршева, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.